Хочется поскорее, так сказать, победить. Стараемся на тренировках, стараемся в играх, но, видимо, чего-то не хватает. Вели в счете 2-0 и вроде никакой слабины не дали, но какие-то вот из-за индивидуальных ошибок. Там где-то я потерял мяч, где-то еще что-то, и сказалось так, что нам пропустили 2 гола. Судя по игре, это больше потеря 2 очков или приобретение 1? Я считаю, что скорее потеря 2 очков, потому что даже по моментам, как-то даже по первому тайму, по второму, видно было, что мы хотим победить, и по моментам тоже. Просто, видимо, где-то удачи не хватило, реализации. Но я думаю, что скоро все нам воздастся, вся работа на тренировках и выиграть.